Всем привет! Как я и говорил, делаю отдельный видеообзор на данный MP3 плеер, купленный на сайте eBay. Стоимость его составила $7.70, была какая-то чудо-акция на него. В комплекте, по идее, должны были идти еще наушники и зарядное устройство. Как мы видим, вот это, скорее всего, зарядное устройство. Типа переходник. Только непонятный он, потому что пробовал я подключать к нему и флешки. Он их, то есть, не видит. Что это такое? Непонятно. Обычный переходник нужен для зарядки. И сам MP3 плеер. Наушников, к сожалению, не было, да и, ну, понятно, какие они должны были быть там за $7. То есть никакие, но все же. Посмотрел я его, ну, ничего, в принципе, хорошего я сказать не могу. Кроме того, как что он воспроизводит музыку формата MP3, MP4, видео в формате AVI он не хочет воспроизводить. Особо разбираться я не стал. Так же, как и фото. Тоже непонятный формат он поддерживает для меня. Тут вот есть такая кнопочка блокировки. Выключение, включение. Вот. Разъем под наушники. Нестандартный, потому что 3,5. То есть наушники входят в него очень-очень туго. Гнездо для зарядки. Мини-USB. Так, теперь давайте его включим. Вот такой вот дисплейчик. Как мы можем видеть. И кнопки переключения. Там вот. Музыка, видео, запись голоса. Она работает, кстати, проверил и работает. FM-радио ловит что-то непонятное, там пару каналов, но нифига не слышно. Потом картинки смотреть и система настройки. Русского языка нету. Также можно текст какие-нибудь, может, книжки читать, тоже не пробовал. Русского языка нет, хотя в описании продавец писал, что русский язык присутствует. Это неудачная копия под iPod. Ну, конечно, можно и получше найти что-нибудь там на AliExpress или на том же самом eBay. Разъем для microSD-карты. Поставил я сюда на 2 гигабайта, но вроде как тянет нормально. Ну, проигрывается в зависимости от качества музыки. Но вот такой вот плеер. Мы видим, я захожу в музыку, вот так все это выглядит. Как не будет у вас выглядеть настройка звука. Так. Что-то свет засвечивает. Толком не видать. Так тоже хуже. Так еще хуже. Но это видно. Вот. Звук. Все такое. Неудобно то, что чтобы нет такой кнопки переключения, чтобы перейти, допустим, на видео или на картину, на просмотр картинок. Нужно обязательно выключать его и включать. То есть, если вы зашли прослушку музыки, значит, только она у вас и будет. Для выбора других, то есть поддержек вот для FM-радио и остального, нужно именно включать-выключать плеер. Вот это неудобно. По идее, здесь должна быть такая сенсорная штука, чтобы вот переключаться. Ее, как мы видим, нету. Только механические кнопки. Но как бы я ссылочку, конечно, кину под описание. Качество, в принципе, ну, на троечку. 3 с плюсом. В принципе, ничего так не шатается.
Ну, видно то, что подделка неудачная. Кину я ссылку, а там уже ваше дело покупать данный продукт, не покупать, решайте сами. В принципе, если полазить, переплатить еще там пару-тройку долларов, можно найти что-то и получше, которое действительно будет хотя бы похож на iPod. Так что вот так вот. Спасибо всем за просмотр. Подписываемся на канал. Ждем новых посылочек. Всем пока-пока. Ставим лайки.